Ну и я буду его тестировать. Отвезу воду в лабораторию. Друзья, давайте проверим на ваттметре, сколько покажет чайник. Администратором. Ага, все. Ага, зрозумів. Дивіться, я купив просто електрочайник, і я хочу, ну, в ньому воду вскипятити, хочу вам занести в лабораторію. А ви чайник маєте електродома взагалі? Користуєтесь? Я не продаю чайник, я про електрочайник. А ви користуєтесь взагалі електрочайником? Вдома маєте електрочайник? Добрий день. Я перепрошую, ви користуєтесь електрочайниками? Карантин, що ли? Ясно. Воду приніс, на. Да, давайте, запах, забарвленість, и то все, точно. Давайте теперь разберем сам чайник и посмотрим, что внутри чайника. Я вообще в чайник воды не залил, я пришел бухой и хочу пить чай. Нажимаю. Не, не включается. Что, трындец? Получается, если... Ну и теперь я отвечу РЗТК, счастливый я или не дуже? Неустанно совершенствую свое искусство, а остальное придет само собой. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор Электроинструментал, и с вами Николай Дотошный. И сегодня у меня на обзоре электрочайника торговой марки RZTK модель KS2217 LED. Ну и я буду его тестировать, отвезу воду в лабораторию, ну и конечно же буду разбирать и смотреть, что внутри. Пробежимся быстро по характеристикам. Указанная мощность в этом чайнике 2200 Вт, объем емкости 1,7 литра и вес данного чайника 1 кг 400 грамм. Друзья, сразу хочу сказать, когда я достал этот чайник из упаковки, сразу пошла дикая вонь таким вторичным пластиком. И поэтому я хочу, собственно, проверить, а можно ли вообще с таких дешевых чайников пить, а не вредно ли это для здоровья. Ну что ж, давайте теперь расскажу тем людям, кто покупает в интернете, ну и нет возможности подержать и попользоваться этим чайником. Колба этого чайника сделана из стекла. Но внутри чайника, где фиксируется нагревательный диск, нагревательный элемент, здесь, как видите, есть пластик. Также в верхней части чайника стекло соединяется с пластиком. Как вы увидели, в этом чайнике есть сито, и оно, кстати, снимается. Крышка в этом чайнике открывается легко. Нажимаете кнопку, и вот, пожалуйста, открылась крышка. Друзья, но хочу сказать, что крышка открывается не полностью, видите? Но я думаю, этого достаточно, чтобы залить воду. Механизм здесь очень простой, видите, стоит толкатель. Толкает защелки, и защелки открываются, и крышка на пружине открывается вверх. Все просто. Также кнопка включения чайника находится непосредственно на самой рукояти. Кстати, сам по себе чайник в подставке немножечко неровно стоит. Видите, он имеет, ну, небольшие люфты, и сама по себе подставка тоже не сильно-то устойчивая. Чуть-чуть, а вот, видите, опрокидывается немножечко в сторону рукояти. Ну и сам по себе чайник в подставке тоже неровно стоит, но как-то так. Ну, на работу этого чайника никак не будет сказываться, просто, друзья, я показываю все как есть. Подставка чайника имеет силиконовые вставки, чтобы эта подставка не скользила. Есть возможность шнур питания наматывать на эту подставку. Покажу вблизи непосредственно, как выглядят контакты. Контакты пишут, что идут от Liang JR. Если честно, таких контактов я не слышал. Точно так же здесь идет контактная группа от Liang JI. Ну что ж, давайте подключу чайник в розетку. Розетку включу в розетку. Так, давайте я сейчас залью 1,5 литра воды. Посмотрим, или здесь точная шкала. Так, друзья, плюс-минус шкала нормальная. Смотрите, я залил 1,5 литра воды, и здесь обозначение стоит 1,7 литра воды. Ну, я думаю, здесь 200 грамм точно есть. Шкала в этом чайнике нормальная. Так, друзья, залил по максимуму воды. Давайте проверим, за сколько времени этот чайник вскипятит эту воду, и проверим, или в момент кипения вода не будет выбрызгивать из чайника. Как видите, я включил чайник, сразу сработала синяя подсветка. Ну что ж, погнали.
Ну вот, пожалуйста, за 4 с лишним минуты закипела вода. Кстати, брызгов никаких нету, в смысле, как чайника. За что реально жирный лайк. Так, снял вот эту сеточку и хочу попробовать без сеточки. Или не будут брызги идти с носиком. Мало ли вы потеряли эту сеточку, или она у вас забилась, или она вам вообще не нужна. Да нет, друзья, ничего не брызгает. Нормалек. Так, давайте попробую и удобно наливать. В принципе, удобно. Так, допустим, у нас почти нету воды. Ну, тоже удобно. Тоже удобно. Нормально наливается вода. Так, друзья, давайте по всем правилам я еще 3 раза вскипячу воду, чтобы чайник прочистился. И тогда 4-й раз я вскипячу и повезу в лабораторию. Кстати, пока вода закипает, недавно я купил себе термокружку. Если будет интересно, я могу про нее также снять обзор, но я могу поделиться своими впечатлениями, потому что я фанат всяких разных термокружек, там, термосов. Кто давно смотрит меня, тот знает, что вот таких 2 термоса Stanley у меня есть. И на первое, и на второе, которые служат у меня уже больше 10 лет. Потому что, ну, не всегда удобно с собой брать вот такой 1,5-литровый термос. Иногда удобно взять термокружку. Так, друзья, давайте проверим на ваттметре, сколько покажет чайник. RZTK заявила, что в этом чайнике мощность 2200 ватт. Ну, проверим. Чайник еще не закипел. Но, как видите, друзья, на самом деле нету 2200, 1800, около 1900 ватт. Ну и здесь как бы небольшой развод. В общем, друзья, нашел химичную лабораторию во Львове, Аквалаб она называется. Сейчас туда буду звонить и поинтересуюсь, как нужно принести именно воду на анализ. Профилей, да? Я так разумею, что? Администратором. Ага, все. Все. Ага, зрозумів. Дивіться, я купив просто електрочайник, і я хочу, ну, в ньому воду вскипятити, хочу вам занести в лабораторію, щоб ви перевірили, чи, ну, я дійсно можу з того чайника пити воду, чи там немає ніяких там тих токсин від того пластика, чи що там, я просто не розбираюся, чи дійсно можна просто з того чайника пити. Можна у вас таке це зробити? Як мені привезти ту воду, там, в якійсь скляній тарі, може, чи в чому? А воду ви заливаєте туди яку? Бутильовану, чи в крану? Ні, воду, я воду заливаю з цього, після осмоса. Але просто я вам привезу і після осмоса воду, і привезу і таку просто... 1,5 літра буде. А в чому? Ну, літром буде. Може бути пластикова пляшка, але звичайно білої води, щоб не хрестоватки кольорових вод. Ага. Так, давайте еще раз закипячу воду, вылью эту воду в умывальник и сразу налью холодной воды. Мы проверим, как, насколько здесь хорошее стекло. Сымитируем ситуацию, как будто ко мне пришли гости. Я набрал чайник воды, закипятил, разлил чай, кому-то не хватило, и сразу же я набираю сюда холодную воду. Кипяток. Я разливаю гостям чай. И сразу наливаем воду. Ну, как бы все нормально. Стекло выдержало. Ничего нигде не треснуло. Хорошее стекло. Второй тест. Сымитируем, что у нас мало воды в чайнике. Я что-то завтыкал и нажал кнопку. Пусть закипит. Нет, что будет? Воды почти нет. Выключится, не выключится. Кипит. Ай-яй-яй. Выключится. Круто. Следующий тест. Я вообще в чайник воды не залил. Я пришел бухой и хочу пить чай. Нажимаю. Да, все. Термореле срабатывает отлично. Выключим. И еще раз включаю. Что-то второй раз уже не включается. Надо, видимо, подождать немного. Что получается? Если я бухой пришел, то он уже не включится. Ну, давайте воды наберу. Пускай это все дело остудится. Набрал воды.
Не, не включается. Что, трындец? Получается, если я пришел бухой, включил без воды, ему трындец? Не, ну давайте подождем пару минут, друзья. О, слышал, был щелчок. Я камеру, к сожалению, выключил. Ну, все работает. Все, отлично. Осталось только сдать водичку в лабораторию и проверить, можно ли пить с этого чайника. Друзья, вот везу эту воду в лабораторию и думаю, куда я должен потом этот чайник определить, если вода будет нормальная. Ну, понятно, если вода будет плохая, то я расхерачу этот чайник этим кувалдой. Но если все будет хорошо, вот я сейчас голову ломаю, куда я этот чайник должен определить. Так, вот уже подъезжаем к лаборатории. Лаборатория – это помещение аквапарка. Добрый день, а ты тут в лаборатории, чтобы воду занести? Готов? Давайте сначала посмотрим, какой здесь прекрасный бассейн. Здесь целый комплекс, друзья, и тренажерные залы, и комнаты для детей. Добрый день, а я? Воду принес на... А я до вас телефонував, хотів воду перевірити. Це я в чайнику закип'ятив воду. А це звичайна вода. Це звичайна вода з цього. З осмоса. А дивіться, я просто хочу знати, наскільки ця вода сильно змінилася з тої, і чи можна її пити взагалі після того чайника. Входить сюди. От можна хіба ще взяти нітрити. Нітрити, нітрати. Тому що залізо сюди входить, жорсткий залишок, хлориди, гідрокарбонати. Трохи мідь, запах. Органолептику, що так вам? Так, давайте, запах, забарвленість і то все, точно. А ви прямо тут робите чи десь кудись відправляєте? У вас тут є лабораторія? У нас лабораторія тут, так. А де вона є? Внизу. А можна подивитися? Ні? Ви знімете, я вам дам камеру. Я не буду, цей може... В общем, друзья, заплатили 580 гривен, сказали, что на завтра результат будет готовый, и результат скинут мне на Viber. Если что-то будет непонятно, я перезвоню. Ну, конечно же, что я перезвоню. Ну что ж, а теперь поехали разбирать. Ну что ж, затаили дыхание и смотрим, как оно все там внутри реализовано. Ну, как видите, сетевой кабель специально изогнут, это для того, чтобы была фиксация, и он... не вырывал контакты. Два контакта в термоусадке, третий на заземление, то что идет вот без термоусадки. Так, покажу вблизи, что пишет на контактах. Ну, пишет 13 ампер. Немного слабовато, лучше бы было, если бы, конечно, эти контакты были 16 ампер. Как говорится, что маемо, то маемо. Так, покажу вблизи, сами по себе контакты не особо хорошо-то зафиксированы. Можно еще отверткой их дожать. Видите, да? Ну что тут хотеть от дешевого чайника? Контакты, кстати, дожимаются, можно их дотянуть. О, и сейчас уже они так не шатаются. Давайте теперь разберем сам чайник и посмотрим, что внутри чайника. Вы знаете, друзья, вроде все неплохо для такого дешмана. Смотрите, друзья, вот этот провод, который идет на заземление, он сделан из специального термостойкого материала, чтобы он не плавился. Плюс также на контактах, как вы видите, есть термоусадка. Контакты к ТЭНу подходят не заизолированы. Вот просто контакты припаянные, да, нет никакой изоляции. И сама контактная группа вот эта, она максимум также 13 ампер.
Плюс видно, что стеклянная колба дополнительно еще зафиксирована пластиковым таким кольцом. И вот это пластиковое кольцо непосредственно является LED-подсветкой. И что я еще хотел сказать, люди писали в комментариях, что чайник, типа, мол, отлетает дно или что. Не, на самом деле здесь дно не отлетит, потому что вот это дно прикручено к рукояти. Рукоять непосредственно зафиксирована кверху чайника. То есть это стопроцентная гарантия, что не отлетит дно, то есть не отлетит колба. Некоторые люди писали там, вот, я купил дешевый чайник, беру его в руки, да, а рукоять осталась в руке. Ну, такого тут точно не будет, потому что здесь идет зафиксировано и в нижней части, и также здесь зафиксировано и в верхней части. Так, добрался я до кнопки с термостатом. Здесь тоже все идет на термоусадке. Кстати, хорошо очень все держится. Но к самой кнопке немножечко есть претензии. Во-первых, мне не нравится, как зафиксирован вот этот термостат. Он здесь люфтит, немножко шатается, да. И со временем, может, со временем, когда чайник будет долго работать, да, это все дело нагревается, и он может куда-то сползать вниз. Видите, как он здесь люфтит? Эта пластина нагревается, кто не знает, и она выключает кнопку. Она. И тут у меня реально волосы в жилах стынут. Видите, если здесь, не дай бог, не срабатывает термостат, что-то случается с кнопкой, там, да, что-то замкнуло там, и здесь на проводах стоит термопредохранитель. Вот за это тоже жирный лайк. Такие термопредохранители часто встречаются в всяких разных фенах, и бытовых, и промышленных. Ну и за этот момент реально жирный лайк. То есть безопасность в этом дешманском чайнике хоть какая-то, но есть. Дивіться, то ви мені скинули два різних аналізи. І по осмосу, і по чайнику, так? Так. Ага, і осмос і чайник відрізняються. Ще одну не запитав деталь. Осмос і чайник відрізняються практично тільки pH-ом і все, так? Ну, та не тільки pH-ом, бо ж подивіться на цей, на показники. Вони відрізняються. Ну, давайте... Відкрити пересувати. Я відкрив вже, відкрив. Да. Твердість, ну, типа, твердість, то все, сульфати, то залишковий хлор. Це все не сильно відрізняється і це все можна пити. Так, в межах норми, так. А, після чайника в межах норми, тому що до чайника, оцей водневий, низький водневий показник, він негативно впливає на кишковий тракт. Який? Оцей pH? На шлунок. Ага. Ну, тобто зрозумів, я з того чайника можна пити воду. Можна, так. Все, то все добре, все, що я хочу почути. Гарного дня вам, щасливо. Друзі, ну що тут сказати? Ви самі все побачили. Хоть інструмент в RZTK дерьмо, ну, бытовая техніка більш-менш нормальна, і я перед бытовой техникой RZTK снимаю шляпу, все служит, все работает. Самое главное, вода с этого чайника не вредная и можно пить. Друзья, я так подумал, этот чайник нужно кому-то подарить, ну не знаю, первому встречному что ли, или какому-то человеку, который нуждается. Ну сейчас поищу и стопудово я кому-то подарю этот чайник. Не знаю, что-то ищу и не могу найти какому-то старшему человеку, хотелось отдать этот чайник. А вот вроде бы сидит дедушка, что-то продает. Добрый день. Продает яблоко? Так. А почему яблоко? Сколько даст? Все, вот такая ваша цена. Добрый, я вас купляю яблоко. Я хотел запитати, а вы чайник маете электродома взагалі? Користуетесь? Я не продаю чайник, я чайник. Электрочайник. Так. Я маю такий десь цим купив. Ні, подарували. Ага. Правда, китайський. Як подаруєте, я можу віддарувати комусь. Ні, я шукаю людину, в кого дійсно нема чайника. Давайте 80. Ну що ж, друзі, не знайшов я кому подарити чайник, можливо, що знайду. Хорошо, що дедушка признався, ну як признався, ну чесний. Сказав, у мене чайник є, мені не треба. А може і ні, то може подумав, що я щось впарити, втюхати хочу. Добрий день. А ви користуєтесь взагалі електрочайником? Вдома маєте електрочайник? Маєте. Вибачайте. Карантин, що ли? Ясно. Друзі, якщо ви думаєте, що на самом деле легко подарити комусь чайник, ну, подарити легко, от беру і дарю. А от іменно знайти нужного чоловіка, я вам скажу, це та ще проблема. Добрий день, я перепрошую, а ви користуєтесь електрочайниками? Ну. Не маєте електрочайника вдома. А хотіли б мати? Я не продаю. Я би вам подарував. Дякую.
не користуєтесь чайниками, ні? Добрий день. Я перепрошую, ви користуєтесь електрочайниками? Не маєте чайника. А хотіли б мати чайник? Я б вам подарував. Не треба. Не вірите? Я не кожен, а не треба. Нашу електрику брали. Да. Даром буде мотати світло, правда? Я теж так думаю. Я шукаю старшу. Ну, дай Ромку. Ромку, ось чайник. Ви користуєтесь електрочайниками? Маєте чайник вдома? А хотіли? Мені чайник. Ну, ведеш, другий. Ну, то я би подарував. Має електричний. А, ви електричний маєте, то я кажу електричний. Я шукаю когось зі старших, кому можна подарувати, розумієте? Хто не може собі купити і хто мріє. Ну, а тепер так, ось вириш, ну електрика дорога. А газ що, дешевий? Газ так само дорогий? Ну. От так от, друзі. Я чувствую, я здесь надолго застрял. А вроде старших людей ходит много, ну все боятся электрочайника, говорят, зачем электричество мотать газом. Ну а газ вроде как бы тоже не дешевый, что-то я не понимаю. Фух, реально уже устал. Добрый день, а я опитування провожу, вы користуетесь электрочайниками чи газовыми? Чайниками. А газовыми чи электро? Чи газовыми. Чи на газ, чи? Газовыми. А электро не маєте дома? Як електро? Електрику маю? Ні, електрочайника. Ні, не маю. Не маєте? Немає. Давайте я вам подарую. Що я подарую? Чайник. Та ви що? Чесно. Та, а то ви самі вяжете? Так. Я ще вас і куплю у цього. Так. Да. Я собі буду вдома замість тапочок ходити. Ось здорові такі. Давайте ми так от. Скільки вони коштують? Ой, перепрошую. 100 гривень. Добре, добре, не питання, не питання. Я вам дарую. Дивіться, дивіться, яка ситуація. Я не обманюю нічого. Я займаюся тестами всяких різних інструментів. І я той чайник тестував, я возив в лабораторії воду, я провіряв, чи можна з нього пити воду. Так, з нього пити воду нормальний, він є дешевий, він мені не потрібен, бо я не користуюся. І я вам просто так даю, що зараз... Добре є. А вам скажіть, в житті хоч щось раз так дарили, хоч просто ніхто, так? Ніхто, ви перші, я буду, як вас звати? Мене звати Микола. Бога молитися. Дякую, Миколая, дякую. Миколая. Дякую, скоро. Скоро, до речі, скоро Миколая, оце вам подарунок так, на Миколая. Миколай. Все, хай вам служить, чайник хороший, пити воду можна, я його протягу. Миколай подарив на Миколая. Все, гарного вам дня, все, тоді так, щасливо, на все добре. Все. Щасливо, хай служить. А куди пішли? Що? А ну скинь. А, що, я носки не взяв? Йолки-палки, бачите? Говорили, балакали, сіли, заплакали, знаєте? Хай вам служить, все, пань, щасливо! В общем, друзья, я не знаю, поступил я правильно или неправильно, пишите в комментариях. Но я не жалею, я нашел женщину, которая зарабатывает себе на хлеб, вяжет носки. И я поинтересовался, чайника нет, она, по крайней мере, не побоялась взять. Она посмотрела мне в глаза, поверила, и все, я подарил чайник. Все просто. Ну и теперь я отвечу РЗТК, счастливый я или не дуже? Я думаю, все поймут, чайник за свои деньги реально зыбысы.